Добрый день. Несмотря на то, что сижу я на коне, вокруг меня одна сплошная рыба. В Москве открылась рыбная неделя, которая продлится до 27 мая, и здесь просто невероятное количество русской, даже не русской рыбы. Пойдемте посмотрим, что здесь есть. Расцвела красавица столица. Целую неделю можно будет есть рыбу в Москве вот так вот, просто на улице. Хочешь, с головой? Она с икрой. Она с икрой. Смотри, мы идем сюда, что? Кофею хочешь? Гадика вкусная. Настоящая. Пока-пока. Пойдем погуляем. Мы здесь на ходу. На ходу же интереснее, правильно?